Хороший. Очень хороший. Да, свечи, заебись вообще. И пресс уже еще достать. Не хочу ничего говорить. Спиной ставь, прямой спиной. Охуенно. Сколько? 113,5.
для протокола. Ой, где он, кто не был... Спасибо, широчайшие, потому что... И осталось два участника. Они набрали 7,9 баллов, то есть упорная борьба, 2 балла разделила. Сегодня абсолютным чемпионом Москвы становится Виталий Фатеев. И что символично, награждают два бывших абсолютно чемпиона Москвы, Олег Машанков и Юрий Мельников. Улучшить свою форму. А также просьба спортсменов, пожалуйста, спортсмены, которые претендуют на выступление.